Новогодние игрушки, предметы одежды, быта и интерьера. Выставка «Старый-старый Новый год» собрала лучшие работы творческого объединения «Мастерицы». Здесь есть и текстильные куклы, кружево ручной работы, вышивка гладью и крестиком. Я тоже, когда просмотрела эту выставку, увидела, что да, что она в разных техниках. Совершенно, ну, мы еще раз хотим подчеркнуть, что все-таки это самодеятельное, народное творчество. И сама я, просмотрев вот эту выставку, я вспомнила, честно говоря, себя. Вспомнила, как бабушка меня учила когда-то в детстве на каникулах, там, вышивать крестиком, петельки какие-то, салфеточки какие-то, то есть вот такие вот моменты. Любовь Анатольевна росписью по стеклу занимается уже 7 лет. Личная коллекция мастерицы насчитывает десятки работ. Но на этом останавливаться не намерена. В новом году мечтает освоить новое дело. Здесь вологодское кружево есть. Вот этим я хотела заниматься. Это очень достойный вид рукоделия. Большинство участников выставки рукоделие освоили относительно недавно. Однако не восхищаться их работами невозможно. Столько в них нежности и тепла. Работы, конечно, очень понравились. И то, что просто такие, как сказать, уже люди, которые вышли на пенсию. Кто-то работал бухгалтером, кто-то экономистом, кто-то техником, кто-то библиотекарем. И то, что у людей такой задор и такие умелые руки, и то, что они умеют такие творить чудеса, это, конечно, многого стоит. Экспозиция «Старый-старый Новый год» будет работать в Самаре до 2 февраля. Юлия Север, Алексей Золотенков. События.